Вот мне такие всякие жирики нравятся. Ну это обычный Джей. У нас он такой огромный вырос, что там не знали, куда его деть. Не хочу больше заводить такое. Это написано Джейд Колом. Колонна. Как зебра, правда? А вот этот Джейд, он только с длинными листиками. Вот я вроде бы и купила бы, но... А иголочки мягенькие. Вот я трогаю пальцем. Мягкие-мягкие будут. Здесь тоже мягкие. Я бы купила бы такой, но что с ним делать потом? Как компоновать там и так далее. Красивые. А эти желтоватые. На этом передает мой телефон. Видите? Шипами мелкими. Там на кончиках у них мелкие шипы. Ой. Она такими-то ромбиками, не знаю, там. Видно? Ты как труфель. Прикол, да? Это жирные такие. Красивые. Какое-то еще чудо-юдо. Розочка. Обалдеть. Ну, этих колючки чуть-чуть так, более твердые. Тоже не сильно колючковые. Какой. Не трогай меня. Смотри, какой прикольный.